Посмотрите сюда, вы все. Закончили разборки прямо сейчас. Потом, после того, как закончится концерт, поговорите. На меня смотрим? Сейчас расходитесь в разные стороны. Как только закончится концерт, поговорите. Давайте без этого сегодня. Мы сегодня все пришли отдыхать, разве нет? Давайте без разборок, давайте сделаем сегодня мясо, ребята. Мы пришли прожигать свою молодость по максималочке. Только позитив, только позитивные эмоции. Потом подеретесь возле клуба после концерта. Вообще легко, хотите, я поснимаю вас на камеру, потом выложу. Но пока отдыхать. Хороший такой. Я надеюсь, что вот до конца концерта больше не будет никаких разборок, друзья. А если будет, я буду разбираться с вами со всеми лично. Друзья, дело в том, что я, к сожалению, спел свою самую популярную песню. Я герой одного хита Лада Турбо Спейс. Я спел ее в самом начале. И следующие песни никто не знает. Поэтому сейчас будут неизвестные песни. Я не буду говорить вам название этих песен, просто сделать вид, что вы, типа, как будто бы хотя бы вам нравится. Я даже не буду говорить название, чтобы не было тишина после названия, чтобы не было кринжа. Погнали. Что вы знаете эту песню? Окей, окей. Значит, еще